Друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева, и я нахожусь на пляже Чайка. Посмотрите, сколько мусора приплыло на пляж. Мы тут плаваем на биг сапах. Вот у нас есть рулевой, короче. Да. Смотрите, это пляж Чайка. Посмотрите, как много людей. Мы выехали. Ждем вас на серф-доме. Вот наша вышка. Говорите о директора Адлера. Будет скидка 10%. Илюха, Серег сегодня говорил, уже приходили, прикинь, люди о директора Адлера. Вот, и он им дал сапы, и они даже скидку не взяли. Говорят, не надо нам. Посмотрите, как много катамаранов, сапсерфов, яхт. В общем, друзья, я желаю всем хорошего настроения, приятного просмотра. Мы начинаем увлекательный ролик с города Адлера, Сочи. Поставьте мне лайка, отправьте это видео тем, кто любит Сочи. Сейчас мы находимся в районе Мандарина. Посмотрите, какая здесь красота. Там вдалеке центральный Сочи. И мы выплыли на прогулку подальше от берега, чтобы искупаться в чистой воде, друзья. Маришка, ты чё? Это я от солнца. Ты только приехала, уже от солнца прячешься. Не перегреть. Да в смысле, чё ты перегреешь? Облака вон. Маришка, ты еще молодая, тебе еще рано. В общем, друзья, какой план сегодня? Сейчас покатаемся на сапах, покупаемся. Потом мне надо ехать в Новый Век и снимем оттуда видео. Покажу вам адлерский вайб. Дойдем до пляжа, пройдемся по набережной. Поэтому, друзья, мы начинаем. Так, друзья, мы находимся в сердце Адлера на остановке Новый Век. Я купил шестигранник, шорты в Спортмастере. Розовые шорты купил. И отправляемся сейчас в сторону пляжа. Чай, как Мандарину, на серф-дом. Поехали, посмотрите, как проходит жизнь на курорте. Тут все прекрасно, тепло. Я сегодня уже покупался, потренировался, покатался на сапсерфе, встретил племянницу, кучу дел поделал. И вот сейчас еду со спортмастера на пляж. Едем по улице Демократическая. Так, слева тут вход на рынок. Смотрите, вот баня. Хотел вам показать ее. Баня общественного пользования, друзья. Не хочу туда даже заходить почему-то. Смотрите, купил сегодня черешню по 350, просто бомба. Купил, покушал. Сегодня вот попробовал первый раз черешню.
И черешня бомба. Советую, друзья, черешню. Арбуз не советую, потому что арбуз я попробовал, и мне не понравилось. Что? Что вы говорите? Приятного аппетита. Спасибо, милый. Хорошего дня вам. И вам тоже. Спасибо. У нас видео платное, 500 рублей. 500? Блин. Всех клиентов распугают. Вот видите, как интересно. Одни говорят, не снимай, другие машут. Снимайте, снимайте. Снимать? Стыдно будет, да. Почему стыдно? Цены задирают, грязь. А, вот оно что. А арбузы почем? Арбузы 70. 70? Блин, а там по 150, представляете? По 70 уже. Было по 150, ценник подупал. Так, улица Демократическая. Смещаемся плавненько на улицу Карла Маркса. Остается буквально 200 метров до пляжа Чайка, друзья. Финишная прямая. Это парк Дружбы народов. Эй, попугай. Как дела? Итак, друзья, пляж Чайка. Долгожданный. Ждет вас. Вода 23, воздух 28. Все, друзья, можно брать билеты и выезжать. Смотрите, сколько мусора собрали. Недавно был потоп, Мацеста вышла. Двигаемся вдоль пляжа Чайка к Мандарину. Ютуб, ютуб! Смотрите, сколько мусора собрали. Итак, друзья, кафе фестивальное днем, посмотрите. Все сидят такие хорошие, скромные. Мягкое, тесно, грубо.
Так, это для велосипедов. Чего они идут по дороге для велосипедов? Так, заезжаем в сквер Бестужева. Сквер имени Бестужева Мерлинского. Смотрите, это его вторая половина. Здесь находится скейт-парк. Также тут есть турнички. Так что приезжайте покататься тут. Сергей идет. Добрый день. Добрый день. Как дела у вас? Да, нормально. Что-то вы не переехали сюда. Ну, я пока там постою. Там пока будете? Да. Блин, не могу до вас доехать, там связь падает всегда, стрим ложится. А-а-а. Там почему-то связь плохая. Ну, может быть, скоро здесь появлюсь. Сейчас давайте, удачи. Это Сергей, певец. Так, тут художники маленькие, смотрите. Так, друзья, перед вами пляж Чайка. Давайте сейчас проедемся вдоль Мандарина, а потом пойдем на пляж Чайка, на серф-дом, посмотрим, как у ребят дела, как обстановка. Так, там бассейн, значит. Сейчас вам все покажу, друзья. Так, Мандарин, ресторанная зона, аквапарк. Аквапарк 2500 в день. Взрослые, детские. Детская площадка бесплатно. Теперь идем на пляж Чайка. Так, идем, посмотрите, сколько там народу и какой грязный пляж. После потопа, после дождей.
Сейчас пристегну велосипед. Так, друзья, представляю вашему вниманию пляж Чайка. Сейчас будем заходить через парадный вход. А, забыл вам показать бассейн. Нельзя туда? Вот бассейн, друзья, смотрите какой. Разрешают туда. Вот бунгало, бунгало по 5000, бассейн по 2500. Лежаки не знаю, вроде по 500. Так, и смотрите, друзья, сколько людей. Полный пляж. Так что все хорошо, можете приезжать, пока еще есть свободные места. Идем до ребят на серф-дом. Я сегодня тут катался на сабсерфе. Смотрите, сейчас мало людей катается, потому что волна, ветер. Так, где Маришка? Моя племянница, она должна меня тут ждать. Чё вы, как вы тут? Серёга, видео ведёт, помаша ручкой. Это стрим, стример Сергей. Не, мы сейчас влог ведём. Влог ведёт. Чё, Мариш, пойдём домой кушать? Ты позагорала? Да. А чё ты хотела позагорать? Да? Ну поехали домой, покушаем. Короче, прикинь, я узнал в Спортмастере, они его могут бесплатно собрать, но только послезавтра. Я думаю, может... Посмотрим, может Саша сможет. Может Саша. Давай, Люк, что ты тут будешь? Все, давай, на связи. Так, идем до ребят. Марина еще не успевает за моим темпом. Она должна постоянно быть рядом. Ничего, привыкнет.
Чё ты еле идёшь? Давай быстрее. Я говорю, у тебя темп еще волгодонской. Я говорю, быстрее, Марин. Не я должен думать, а ты должна успевать за мной. Потому что я просто тогда оторвусь и все. Так, пришли вот к ребятам. Пойдем познакомлю тебя с ребятами, Марин. Сестра? Похожи? Мне кажется, мы не похожи. Ксюш, познакомься, это Марина. Моя племянница. Макс, познакомься, это Марина, моя племянница. Все. Ну все, мы пошли, удачи. Так, у ребят тут обед. Так, все, пойдем мы домой. Давайте прощаемся с вами. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, здоровья, успехов в жизни. Мы пойдем домой кушать. Подписывайтесь на мой канал, на телеграм-канал обязательно, потому что вас ждет много интересного. Смотрите, там парень в зымте купался. Он шарит. Как он там купался? Интересно. Все, друзья, всех обнял, поднял. До скорых новых интересных встреч.